И пока Махарадж поднимается, мы бы хотели немножко рассказать о том, кто же такой Йосифтейшта Бхактипринга Свами Махарадж. Потому что некоторые преданные просто приходят на лекции, приходят на программы, и на киртаны, говорят: «О, классно поет, классно, какой же Махарадж нектарный!» А кто это? А никто не знает. И нам показалось, что лучше, чем один из друзей, из ближайших друзей Махараджа, его никто не представит. Этот друг, Индра Дьюмна, с вами Махарадж, который на одну из Висапудж Бхактивринга с вами Махараджа прочитал следующее подношение. Мы часть зачитаем. «Я далеко, но думаю и вспоминаю о тебе весь день. Да и как иначе? Ведь ты лучший друг, что когда-либо был у меня. На протяжении многих лет, что мы знаем друг друга, ты показываешь это снова и снова. Любые близкие отношения подразумевают глубокий любовный взаимообмен. И мне кажется, мы обрели его за много лет нашей дружбы. Самое главное, что мы вместе учились ценить святые имена, шастры и трансцендентную обитель Господа. Это и стало основой наших отношений и сделало их настоящими и незыблемыми. Честно говоря, многое я полюбил в сознании Кришны благодаря общению с тобой. Твои киртаны стали легендой и никогда не выйдут из моды. Как десятилетиями остаются популярным уникальный стиль воспевания святых имен Вишну Джаны Махараджа, так и твой стиль баджанов и киртанов будет знаменит еще многие столетия. Я убежден в этом. Когда ты даешь лекции по своей любимой книге «Брихат Бхагаватамрита», ты высвечиваешь и проясняешь слова Шрилы Санатана Госвами, как никто другой. Для многих из нас очевидно, что он и другие ачарьи даровали тебе свои благословения. А как ты готовишь? В наши дни лишь у нескольких редких душ есть возможность попробовать блюда, приготовленные тобой. Я один из них, и мне известно, что ты можешь взять обычную картошку, добавить специи, перемешать и каким-то образом придать блюду такой вкус, как будто оно спустилось прямо с Вайкунхи. А твоя дружба мне, как и многим другим, посчастливилась стать твоим другом. Ты очаровываешь людей своими качествами и вдохновляешь служить Господу как можно лучше. А твой юмор делает светлее даже самые сложные моменты жизни. Некоторые удачливые преданные на себе почувствовали, на что ты готов пойти, чтобы помочь им и вдохновить. Хороший пример – наш духовный брат Пхудхимантадас, стойкий распространитель книг, в конце 70-х приехавший во Вриндаван оставлять тело. Его мозг был поражен раком. Ты добровольно вызвался помогать ему, прикованному к постели, хотя тебя об этом и не просили. Ты жил рядом с ним, ухаживал, кормил, убирал за ним и молча терпел, когда он даже не узнавал тебя. Я не знаю, благодарил ли тебя кто-нибудь и выражал ли свою признательность за это полное любви бескорыстное служение. Я тебя благодарю сегодня за это. Другим уникальным качеством является твоя поразительная способность общаться и дружить с людьми, занимающими высокое положение в обществе. Зачастую встречи с такими важными особами формальны, сухи и безрезультатны, но благодаря дружелюбию и добродушию тебе удавалось преодолеть неловкость, обычную для подобных встреч, и все чувствовали тебя очень хорошо и радостно в твоем обществе. И очень не хотелось бы говорить об этом, поскольку ты лучший из преданных, но если бы ты не был преданным, ты мог бы стать превосходным послом любой страны в любой части мира. Ты с легкостью мог бы быть госсекретарем в наших старых добрых штатах и представлять страну дружественно и эффективно. Но поскольку ты преданный высшего порядка, Шрила Прабхупада выбрал тебя, как и других своих компетентных сыновей и дочерей, подобных тебе, представлять себя и наших ачарьев в качестве посла, распространяющего сознание Кришны по всему миру. Его святейшество Бхактипринга Говинда Свами Ки Джай! Thank you.
Харе Кришна. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. I'd like to start by thanking the devotees for inviting me to this program today. В начале нашей программы я хочу поблагодарить тех преданных, которые пригласили нас на эту программу. It's an honor for me to be here with the devotees of the Moscow Yatra. Для меня большая честь находиться здесь вместе с преданными Московской Ятры. And to come together for chanting Hare Krishna and hearing something about the topics of Sri Krishna. Мы пришли сюда, чтобы попеть Харе Кришна и послушать о Кришне. And the objective of this program that Achyutatma Prabhu has explained to us is very nice. И цель нашей программы, и о ней говорил Ачютатма Прабху, очень хорошая цель. That Moscow is such a huge place. Москва — это такой огромный город. And there are devotees in all the different corners of Moscow. Преданные живут в разных углах Москвы. But that all the devotees would come together in a spirit of unity in Krishna consciousness. Но наша цель — объединить преданных, чтобы они смогли прийти и объединиться. Srila Prabhupada would often give a nice example about unity and diversity. Шрила Прабхупада всегда приводил хороший пример насчет единства в различиях. And he would basically explain that we like to put vases of flowers on the altar for Krishna. Он приводил такой пример. Например, нам хочется поставить цветы в вазах на алтарь, на котором находится Кришна. Если мы в вазы поместим только белые цветы, конечно, это будет красиво, потому что розы хорошие цветы. Но если добавить какие-то красные цветы, голубые цветы, добавить также желтых цветов и также зеленые украшения. Then everything becomes more beautiful. В этом случае, когда у нас будет разнообразие, все будет гораздо красивее. So we like this variety and we like unity. Поэтому мы хотим, чтобы у нас было и разнообразие, и при этом, чтобы было единство. And the best way to do that is if we can all focus our lives around the devotional service. И самый лучший способ достичь этого — это свою жизнь сфокусировать на преданном служении Кришне. Итак, я очень благодарен вам за то, что пригласили меня. Вот я приехал и вижу перед собой лица преданных, которых я уже много лет знаю. Но также я вижу лица преданных, которые недавно присоединились к сознанию Кришны. Спасибо, пожалуйста, что пригласили меня. Сначала мы попоем немного. Потом несколько минут почитаем. И снова продолжим киртан.
Jayo Kunja Bihari Jamuna Tiravana Chari Jayo Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Jayo Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gope Jasoda Nandana Jayo Braja Janaranjana Jayo Jasoda Nandana Jayo Braja Janaranjana Jayo Jayo Braja Janaranjana Jayo Yashoda Nandana Jayo Braja Janaranjana Hey Jayo Yashoda Nandana Jayo Braja Janaranjana Jayo Yashoda Nandana Jayo Braja Janaranjana Jamuna Tiravana Chari Jayo Jayo
Tunga Bihari Jamuna Tira Vana Chari Jaya Tunga Bihari Jaya Tunga Bihari. Hey, Jaya Giri Maharani.
Jaya Brajadanaraja.
Yamuna Tiravana Chari Jayo Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Jamuna Tera Banachare Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jamuna Tera Krishna Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.
try to do like this. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Krishna, 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 Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gora,
Krishna, Hare Krishna. Rama Rama Hare Hare Bolo Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare 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 Rama Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, Prabhupada Ki.
Vaishnava Vrindaki, Namacharya Shivahari Das Thakur Ki, Prince Go Shri Krishna Chaitanya Bhagunatananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindaki, Shri Shri Radha Krishna Gokubina Shamakun Radakun Giri Govardhan Ki, Vrindavandam Ki, Mayapur Navadipdam Ki, Ganga Maya Ki, Jamuna Maya Ki, Bhakti Devi Ki, Tulsi Maharani Ki, Sambed Bhakti Vrinda Ki, Nitai Gopremanandi, Shishi Gornitai Ki, Shishi Krishna Balaram Ki, Shishi Radha Shamsundar Ki, Lalita Vishakadevi Ki, Bhograj Maharaj Ki, Glok Prem Dan Harinam Sankirtan Jagya Ki, ISKCON Founder Acharya, His Divine Grace Srila Prabhupada Ki, Ananta Guru Vaishnava Vrinda Ki, Nitai Go Premanande. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hari Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ladies, you're not chanting. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Shri Prabhupada Ki. Hare Nam Sankirtan Jagya Ki. Masko Yatra Ki. O Premanandi. Okay, Hare Krishna. Thank you all for chanting and dancing. Спасибо всем большое, что пели с нами, танцевали. I wasn't sure if I was going to be able to do this today. Я даже не был уверен, смогу ли я сегодня петь. Because periodically my voice disappears. Потому что время от времени у меня голос пропадает. And it disappeared a few days ago. Несколько дней назад такое случилось. So I was hoping that it would come back today so I could chant with all of you all. Я очень надеялся, что голос вернется ко мне, чтобы сегодня вместе со всеми, с вами, повторять, петь. I don't think that it came back, but I think that by your mercy I was able to chant. И он, по-моему, так и не вернулся, но по вашей милости я смог все-таки петь. So we'll read for a few minutes. Несколько минут мы почитаем. I don't know if there's any way that that the parents could help their children to be a little more quiet because we only have this one room.
Я не знаю, удастся ли родителям хоть немного успокоить своих детей, но мы находимся, у нас тут общая комната на всех, и надо как-то это сделать. Если вам удастся успокоить детей, я очень буду вам благодарен. Потому что мы будем читать очень замечательные вещи, но требуется внимание для этого. Поэтому, если с детьми что-то происходит, то это отвлекает. Поэтому, пожалуйста, приласкайте своих детей, утешьте, чтобы они хоть немного успокоились. Как-то я приехал в Дели. По-моему, из Бомбея я туда прилетел. I saw there was a newspaper on the airplane. И в самолете раздавали газеты. And it said that at the Indian Institute of Technology there was going to be a classical concert that evening. И там было объявление в газете о том, что в Индийском университете технологий будет концерт вечером. And there were going to be two artists. На этом концерте будут участвовать два артиста. One, his name is Pandit Shiv Kumar Sharma. Пандит Шив Кумар Шарма был один из них. And he plays the type of instrument that has strings on it. Он играет на струнном инструменте. And then the other artist was a man, his name is Pandit, Бирджу Махарадж. И Бирджу Махарадж это был второй артист, танцор. And Бирджу Махарадж, he's the king of Катак dancers. Он царь среди всех танцоров Катака. So I became enthusiastic. И я возгорелся энтузиазмом. And one of my disciples was waiting for me at the airport. Ученики ждали меня в аэропорту. I said, "Let's go to the university." И я сказал им, давайте поедем в этот университет. And this disciple of mine, he's a Vrajabasi. И этот ученик мой из Вриндавана в Риджабасе. He said, "Guru Maharaj, what are we going to do?" Guru Maharaj, а что мы там будем делать? I said, "We're going to go to a concert." Мы на концерт поедем. He said, "Oh, Guru Maharaj, I've never been to a concert." Guru Maharaj, я никогда не ходил ни на какие концерты. So we went, and it was in a university lecture hall. И вот был большой зал лекционный в этом университете. With the seats going down like that to the stage. Там сиденья спускались к сцене. And when we arrived, the hall was packed. И все места были заняты, когда мы приехали. And I walked up to the door, and one of the students who was showing people to the seats, he looked at me and said, "Maharaj, there's no place to sit." И когда я подошел к дверям, вошел, и один человек, который помогал людям рассаживаться, сказал, "Извините, Махарадж, здесь мест уже не осталось сидящих." He said, "Would you mind sitting on the stage with the artists?" А вы не будете против, если я приглашу вас на сцену и вы сядете рядом с артистами? No, I don't mind at all. Я сказал, "Очень хорошо, я не возражаю." So he took me directly to the stage. И он меня прямо на сцену провел. And I sat just like where this young gentleman is sitting. I was sitting there. И вот этот молодой человек, где сидит, я примерно в этом месте на сцене сел. And then Shiv Kumar Sharma came. Shiv Kumar Sharma потом вышел на сцену. And he was probably older than me. Он был старше меня, похоже. And he had this big, thing of great white hair. И у него были на голове целая копна седых волос. Looked like Jimi Hendrix with white hair. Был немножко похож на Джимми Хендрикса, но волосы только светлые. And he began to address the audience. Он стал обращаться к аудитории. And he was thanking them all for coming. Поблагодарил, во-первых, за то, что пришли. And saying how happy he was to see that people were following their culture and their musical traditions and coming to listen. Он сказал, что я очень счастлив, что люди, они продолжают следовать своей культуре и следовать музыкальным традициям, пришли на этот концерт. And then he said, "I'm going to play this raga tonight." И он объявил, какую рагу он будет играть на концерте. And I'm going to play it in this particular rhythm. Он сказал, что определенный ритм будет. And just at that time in the back, a baby went. И вот в этот момент где-то в задних рядах ребенок заплакал. And Shiv Kumar Sharma,
folded his hands. Шив Кумар Шарма сложил вот так ладони. He said, I have a very humble request. И он сказал, у меня есть к вам очень смиренная просьба. He said, tonight, when I'm playing my raga, сегодня вечером, когда я буду играть свою рагу, the young maestro may play his raga. Юный маэстро, он может заиграть в этот момент свою рагу. And he said, I have to ask that if he's playing his raga, when we're playing our raga, maybe his parents can take him someplace else because our ragas may collide. Но я вот хочу попросить его родителей, что если, пока я буду играть свою рагу, вдруг он заиграет свою, чтобы его аккуратно вынесли из зала, потому что наши раги, они трудно совместимы. And then he began, and I just had the seat right at the side. И вот я сел рядом с ним. Okay, so when I was before coming here, one Prabhu read some kind words that Srila Gurudev had spoken about me. Вот когда мы сюда пришли, здесь Прабху зачитывал цитаты из подношения Индрадюна Махараджа Шрилы Гурудева, где он говорил какие-то хорошие вещи обо мне. And he spoke about Brihat Bhagavatamritam. Также он упомянул Брихат Бхагаватамриту. Which is a wonderful book by Srila Sanatana Goswami. Это очень хорошая книга, написал ее Шрила Санатана Госвами. And Srila Prabhupada has written in Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада писал в Шри Чайтанья Чаритамрите. That if you wish to go to the spiritual world, you must read Brihat Bhagavatamritam. Если хотите отправиться в духовный мир, читайте Брихат Бхагаватамриту. So we'll read a little bit from Brihat Bhagavatamritam because we only have a half an hour, вот and we're going to take prasadam. Немного мы почитаем из Брихат Бхагаватамриты, потому что осталось у нас всего полчаса после этого прасад. There are two parts of the Bhagavatamritam. Бхагаватамриты две части. And the first part is the quest to understand who are the best devotees of the Lord. В первой части рассказывается путешествие, и герой там разыскивает самого лучшего преданного Господа. And the second part is understanding the place where those great devotees live. Во второй части герой пытается понять, где же живут самые, в каком месте живут самые лучшие преданные Господа. So the main character of the second part is a young cowherd boy. Вот во второй части героем является главным персонажем пастушок, мальчик. And his name is Gopa Kumar. Его зовут Гопа Кумар. And Gopa Kumar is a very simple boy. Это очень простой мальчик. He was born at Govardhan Hill. Родился он на холме Говардхане. And he received the mantra of the Lord's holy name from his spiritual master. И он получил мантру Святое имя Господа от своего духовного учителя. And when he began chanting, he went on a very, very long journey. И начав повторять эту мантру, он отправился в очень долгое путешествие. He traveled through this earth. Он путешествовал по разным местам на этой земле. He traveled in the higher planets of heaven. Затем поднялся на высшие планеты в рай. Such as Swargaloka and Maharloka and Tapaloka and Satyaloka. Вот все эти локи он посетил на своем пути. And then he went to the impersonal Brahman. Затем отправился в имперсональный Брахман. And then he went to Vaikuntha. Затем отправился на Вайкунху. And in Vaikuntha he saw Lord Narayan. И там на Вайкунхе увидел Господа Нараяну. And he saw Lord Ram. Увидел там Господа Раму. And he saw Krishna in Dwarka. Затем увидел Кришну в Двараке. And then after Vaikuntha he was advised to come back down to earth. А после Вайкунтхи ему посоветовали вернуться на землю и посетить Гокулу. And then from Gokula he went to Goloka. Он отправился в Гокулу, а после этого вернулся на Голоку. And a few times, and this takes literally billions and billions of years. И пока все это происходило, прошли буквально миллиарды лет. But he never gives up his faith in chanting the holy name. Но при этом он с большой верой продолжал повторять святое имя, не прекращал. And from the beginning, he's chanting so faithfully. С самого начала он повторял с такой верой. And he's chanting so nicely. Так здорово повторял. That every place he goes on his journey,
he sees the form of Krishna who is residing in that place. Что куда бы он ни приходил, в любом месте он видел форму Кришны, которая живет на той или иной планете. Even when he went to the impersonal Brahman. Даже когда он в безличном Брахмане оказался. By his chanting, he could see beyond the effulgence of Brahman, and he could see the form of Krishna that the effulgence was coming from. Когда он повторял свою мантру, он видел, он смог проникнуть за это сияние и видел форму Кришны, ту, из которой исходит это сияние. And few times along the journey he met his spiritual master. Несколько раз на своем пути он вновь встречал своего духовного учителя. And other times he had instruction from great Vaishnavas. Также он встречался с великими вайшнавами и получал от них наставления. So either he had instruction from his Diksha Guru, he had instruction from Shiksha Gurus. То есть он получал наставления и от Дикши Гуру, и от Шикши Гуру. And by the power of those instructions and by the power of his sadhana, he ultimately was able to attain his goal of going to Goloka Vrindavan and meeting Madan Gopal. И благодаря своей вере, благодаря наставлениям, которые он получал, он смог вернуться, осуществить свою цель, вернуться на Голоку Вриндавану и встретить там своего возлюбленного Мадан Гопала. And one of the last great instructions that he received is when he was in Dwarka in the Vaikuntha world. И одно из последних наставлений он получал в Двараке. Это Дварка, которая находится в Вайкунтхе. And there he met Narada Muni and he met Uddhava. Там он повстречался с Нарадой Муни и Судовой. Now you all know who these people are. Вы, конечно, знаете, кто это такие. And Narada saw this Gop Kumar in Vaikuntha. Нарада увидел Гоп Кумара на Вайкунтхе. And he'd seen him in all the different places on his journey. На самом деле он видел его на всем его пути, какие бы места он ни посещал. And Narada was curious. И Нараде стало любопытно. His curiosity was like this. Ему было очень интересно. I've seen you every place. И он сказал ему: "Я тебя видел повсюду". And in every place you've seen the form of Krishna that's present. Где бы я тебя ни видел, ты встречался там с Кришной, ты видел ту форму Кришны, которая там живет. And you're happy. И ты был счастлив. But ultimately, you appeared to be distressed, even though you had the Lord's association. То есть, повстречавшись с Кришной, ты чувствовал сначала радость, но потом тебя снова одолевало несчастье. And that is because within your heart. И происходило это потому, что в глубине твоего сердца. You're harboring, you're keeping a very special desire, which is only to see the Lord of your meditation and your heart, who is Madan Gopal. Ты лелеешь одно желание в глубине своего сердца. Ты хочешь увидеть Господа своего сердца, Мадан Гопала. So even when you saw Lord Narayan, you were happy, but you weren't satisfied. Поэтому даже когда ты встречался с Господом Нараяном, сначала ты был счастлив, но потом удовлетворение покидало тебя. When you saw Ram, you were happy, but you weren't satisfied. То есть ты чувствовал радость при встрече с Господом Рамой, но не был полностью удовлетворен. When you saw Dwarkadish here in Vaikuntha, in Dwarka, in Vaikuntha, you were happy, but you weren't satisfied because you only want to see Madan Gopal in Vrindavan. Здесь, в Двараке, ты видел, встретил Дваракадиша, и ты был рад этому, но полностью не удовлетворен, потому что твое истинное желание — это повстречаться на Голока Вриндаване с Мадан Гопалом. And he told him, he said, but you know, that world of Goloka, that's so difficult to attain. Затем Нарада сказал, но знаешь, Голоки очень трудно достичь. And even the sadhana to go to Goloka Vrindavan is almost impossible to perform. И даже садхану очень трудно выполнять, такую садхану, которая помогает достичь Голоки. And he said, I saw you in all these different places. Я видел тебя повсюду. But we couldn't talk to you about it when we were in the different places. Но в тех местах я не мог с тобой откровенно поговорить. But now we're going to talk about it. Однако сейчас я тебе скажу все, что хотел. He said, because we're here and we're in the house of Uddhava,
And it's a very, we're very confidential friends. We're going to talk about these things. Здесь я нахожусь в доме своего близкого друга Удхавы, и здесь посторонних нет, мы можем поговорить здесь о таких вещах. So we'll just read some of the instructions in the last few minutes that we have that help Gop Kumara ultimately go to Goloka Vrindavan. В течение вот оставшихся нам минут я почитаю о тех наставлениях, которые Нарада дает Гоп Кумару. Эти наставления должны помочь ему вернуться на Голоку Вриндавана. So, my dear devotees, please listen. Дорогие мои преданные, пожалуйста, слушайте внимательно. Narada Muni gives the instruction. Narada Muni дает такие наставления. Once a person has overcome the obstacles on the path that arise from weaknesses like fear, когда человек преодолевает препятствия на своем пути, такие как страх, one can then achieve pure love, тогда он обретает, in which one thinks of the Lord in a very special way. Тогда он обретает чистую любовь, и при этом он думает о Господе особым образом. And that special way of thinking of Krishna is that we begin to think of Krishna like a close friend in this ordinary world. И как же преданный начинает думать о Господе? Он думает о нем как о своем близком друге, как мы относимся к друзьям здесь, в материальном мире. To do this, one must have a strong desire. Но чтобы осуществить это, нужно иметь сильное желание. To serve the Lord in the manner of his gopas and gopis. Желание служить Господу так, как служат ему гопы и гопи. So we'll read the purport of Srila Sanatana Goswami. Сейчас почитаем комментарий Шрилы Санатана Госвами. When a serious devotee first sets his aim on following in the footsteps of the residents of Goloka Vrindavan, когда преданный ставит свою целью следовать по стопам жителей Голока Вриндаваны, that goal may seem very far away. Поначалу может казаться, что цель эта очень далека. He may begin his journey encumbered by many material desires. Когда он вступает на этот путь, его могут одолевать различные материальные желания. But the more he carefully studies the transcendental reality, но чем более внимательно он изучает трансцендентную реальность, the more he will renounce his unsuitable desires, тем все больше и больше он отказывается от этих ненужных желаний. He then rises above the misgivings of fear, reverence, distrust, and shame. И затем он преодолевает такие препятствия, как страх, почтение, стыд и недоверие. So the real beginning of spiritual life is to become free from our material desires. Итак, в начале, когда мы вступаем на путь духовной жизни, в начале мы должны освободиться от материальных желаний. So Sanatana Goswami says in this first paragraph. Sanatana Goswami в первом абзаце говорит. Is when a serious devotee starts to think about following in the footsteps of the residents of Goloka Vrindavan, it may seem very far away. Когда преданный начинает задумываться о том, как бы последовать по стопам жителей Голока Вриндаваны, ему сначала кажется эта цель труднодостижимой. And he may begin his journey still when he has lots and lots of material desires within his heart. И вступив на этот путь, он может иметь еще в сердце множество материальных желаний. He says, but we should study the transcendental reality of Krishna. Но дальше говорится здесь, нам нужно изучать трансцендентную реальность Кришны. Srila Prabhupada has given us so many books. Srila Prabhupada ведь дал нам так много книг. And we always request all the devotees, read Srila Prabhupada's books if you want to know Krishna. И я всегда советую преданным, пожалуйста, читайте книги Шрилы Прабхупады, если хотите познать Кришну. So here he says that when we study the transcendental reality of Krishna, then all of the desires will go away from our heart. И здесь говорится о том, что если мы изучим эту трансцендентную реальность Кришны, то все материальные желания уйдут из сердца. Not that you wait to become desireless to do something. Нам не нужно ждать, пока вообще все желания нас покинут. But you take up the positive process. Мы занимаемся позитивной практикой. Which is to hear about Krishna. Нам нужно слушать о Кришне. You all know the verse from the Srimad Bhagavatam.
Все вы знаете стих из Шримад Бхагаватам. Это Шринвата Сваката Кришна Пунья Шравана Киртана Риддян Таксто Ябадрани Видуноти Суритсатам. That Krishna is inside of our hearts is the Paramatma. Кришна находится в нашем сердце как Параматма. And when Krishna in that form sees that all of us are making the endeavor to understand him through chanting about him and reading about him, then Krishna, from the very depths of our heart, he begins to cleanse away all the material desires. Когда Кришна в форме Параматмы видит наше желание познать его, благодаря вот практике воспевания святых имен и слушанию, он очищает прямо из сердца все наши материальные желания. So we shouldn't wait and be inactive and think, no, I have these desires, I can't do anything till I become desire-free. Поэтому нам не нужно ждать, не нужно думать, что я не могу начать практику, пока у меня есть так много желаний. Я должен сначала добиться того, чтобы эти желания But ушли. Take up the positive process to always hear about Krishna. Нет, нам нужно заниматься позитивной практикой, всегда слушать о Кришне. And then he says we'll rise above different problems. И затем он говорит, что нужно подняться над проблемами определенными. Problems are born by fear. Проблемы эти вызваны страхом. Problems are born by always thinking of Krishna as God. Вот этим чувством почтения, когда мы думаем о Кришне как о Боге. Distrust or shame of our current position. Также недоверие и стыд, который возникает, когда мы задумываемся о своем нынешнем положении. He says, therefore, the real beginning of spiritual life comes when we will cleanse ourselves from these material desires. И вот он говорит, что настоящая духовная жизнь начинается, когда мы освобождаемся от этих материальных желаний. And here he says something very interesting. Здесь он говорит еще интересную вещь. Until we overcome these obstacles in our heart, пока мы еще не преодолели эти препятствия в сердце, we will always look at the object of our devotion, Krishna, as simply being the supremely powerful person. Когда мы будем смотреть на объекта своего преданного служения, то есть на Кришну, мы будем считать его просто очень возвышенной личностью. И мы будем при этом очень почтительно к нему относиться. И иметь некоторое чувство страха. Потому что мы понимаем, что Господь повелевает всем. Wrong, и если мы что-то не так сделаем, Он нас по шее надает. But here he says, if that fear is there, then real love cannot arise within our hearts. Но однако же, пока у нас есть такие чувства, истинная любовь не сможет пробудиться в нашем сердце. But later, when the devotee swims in the ocean of bhakti, но позже, когда преданный погружается в океан бхакти, these superficial waves of opposite feelings, they go away. Вот эти внешние волны, которые препятствуют этой любви, они постепенно расходятся. And by bhakti, everyone will be granted the super intelligence to be able to enter into your natural relationship of love with Krishna. Благодаря бхакти человек получает исключительный разум, который позволяет ему вступить в свои вечные отношения с Кришной. The devotee will then approach the Lord with such moods that look like they're worldly. И тогда у преданного возникает такое настроение в его отношениях с Господом, которое напоминает мирские отношения. Например, преданный начинает обращаться с Кришной как с сыном. Или преданный начинает как к другу обращаться к Кришне. Or a devotee may approach Krishna and think, oh, you're my boyfriend. Или преданные начинают думать о Кришне как о своем возлюбленном. So when the fear goes by cleansing our heart of desires, then we'll approach Krishna differently. Поэтому, когда страх уходит в результате того, что материальные желания нас покидают, мы по-другому начинаем смотреть на Кришну. And we will serve his lotus feet according to the desires of our heart. И мы начинаем служить его лотосным стопам в соответствии с теми и самыми сокровенными желаниями, живущими в нашем сердце. Then Narada Muni tells Gop Kumar. Затем Нарада Муни говорит Гоп Кумару. One develops that love by practicing the devotional service whose main ways are meditation on and singing about the many
Vrindavan pastimes of the Lord. Человек развивает эту любовь благодаря практике преданного служения. И главные способы этого служения – это медитация и пение, воспевание различных игр Господа во Врадже. And that service will become most brilliant by the sankirtan of the Lord's most beloved holy names. Такое служение становится, оно начинает сиять благодаря санкиртане возлюбленных святых имен Господа. Okay, so we'll read Sanatana Goswami's commentary. Теперь мы почитаем комментарий Шрилы Санатаны Госвами. Vaidhi Sadhana Bhakti, which consists of the nine basic devotional practices, beginning with hearing, chanting, remembering, prepares a devotee's heart for the awakening of prema, love of God. Vaidhi Sadhana Bhakti, который состоит из девяти основных практик преданного служения, начиная со слушания, повторения, памятования, подготавливает сердце преданного к тому, чтобы в нем пробудилась према, любовь к Богу. Dhyana and Gana, the general methods of remembering and chanting about the Supreme Lord's name and his pastimes, transform in the advanced stages of sadhana into Prishta Nam Sankirtan, ecstatic absorption in the nectarian names of one's worshipable Lord. Dhyana и Gana – основные методы памятования и воспевания игр Господа и Его святого имени на возвышенных уровнях садханы преобразуются в Прештха Нама Санкиртану, то есть экстатическую погруженность в нектарные имена Господа, которому преданный поклоняется. And this Sankirtan is the most essential means for achieving prema. И такая санкиртана является основным способом достижения премы. Once again, the point is brought up. Снова здесь упоминается этот момент. If you wish to achieve love for Krishna, you must engage in sankirtan. Если хотите обрести любовь к Кришне, должны заниматься санкиртаной. Earlier, some billions of years ago, in Gop Kumar's journey. Ранее это произошло за миллиарды лет до этого, как сказать, до этой сцены во время путешествия Гопкумара. His spiritual master told him. Духовный учитель сказал ему. If you ever see a person who has prema. Если ты когда-нибудь увидишь человека, обладающего премой. You should know that he has chanted the holy names of Krishna. Ты можешь понять при этом, что он воспевал в какой-то момент своей жизни имена Кришны. So here Sanatana Goswami says. Здесь Санатана Госвами говорит. Sankirtan is the most essential means for achieving prema. Санкиртана является основным способом обретения премы. By Nama Sankirtan, one easily realizes the full glories of Krishna and his pleasure potency. Благодаря Нама Санкиртана человек с легкостью осознает полную славу Кришны и его энергии наслаждения. In the company of people whose only taste is for devotional service and pure love, that love appears of its own accord. В обществе людей, у которых есть вкус к преданному служению лишь в чистой любви, такая любовь является само собой. Yet, one must try very hard to keep it concealed. Такая любовь проявляется в человеке сама собой, однако он должен при этом скрывать эту любовь. So here he gives a hint to us all. Здесь он намекает нам. He says we should associate with people who have love for Krishna. На то, что мы должны общаться с теми людьми, у которых есть любовь к Кришне. We should make that our exclusive association. И мы должны общаться на самом деле только с этими людьми. And by always hearing and chanting in good association. Если мы будем всегда повторять святые имена и слушать от людей, then pure love for Krishna will appear within our hearts by its own accord. Если мы будем слушать таких людей, то чистая любовь к Кришне сама собой проявится в нашем сердце. He's going to give another hint. Еще один намек дает нам. When a person resides always in seclusion in the land of the Lord's favorite pastime forests, surely such love will soon develop and mature. Когда человек постоянно живет в уединении на земле, где проходили любимые игры Господа, вскоре такая любовь развивается и
созревает, зреет в его сердце. We only have 5 minutes left. Итак, 5 минут у нас осталось. And I'm sure I won't get to this verse. И я не дойду до того стиха, до которого хотел дойти. But what was the... Yeah. After this instruction, Narada, he speaks to Gop Kumar. Но я хочу вам сказать, что произошло потом. После дав эти наставления, Нарада говорит Гоп Кумару. He says, your heart won't be satisfied until you see Gopal in Vrindavan. Он сказал, в твоем сердце не будет удовлетворения, пока ты не увидишь Гопала во Вриндаване. На Галока Вриндаване. But it's so difficult. Но ведь это так сложно достичь. And the process to get there is so difficult. Метод, позволяющий достичь этого, очень сложный. And you have to have that very special love, which is free from fear. Также ты должен обрести любовь полностью свободную от страха. He said, I have an idea. Но у меня есть одна идея. He said, here in Vaikuntha, здесь, на Вайкунтхе, there's a Jagannath Puri. Есть Джаганатха Пури. And inside of Lord Jagannath, there are all the different forms of Krishna. И в форме Господа Джаганатха скрыты все возможные формы Кришны. So I suggest to you, я предлагаю тебе следующее. You go to Jagannath Puri in Vaikuntha, отправляйся в тот Джаганатха Пури, который на Вайкунтхе, and you worship Jagannath, и там поклоняйся Джаганатхе. Because you love Jagannath. Ведь ты любишь Джаганатху. And then by Jagannath's grace, he will show you the form of Krishna that you love. И Джаганат по своей милости явит тебе ту форму Кришны, к которой ты привязан. But then Uddhava heard that. Uddhava услышал эти слова. And Uddhava said, "Yes." He said, "Going to, you know, Purushottam Kshetra in the spiritual world is a nice idea." Он сказал, да, отправиться в Пурушоттама Кшетру в духовном мире это хорошая идея. He said, "But." Но. He said, "There's going to be a lot of festivals going on." Там будет много разных, постоянно много разных праздников проводиться. And there's going to be the darshan of Lord Jagannath. Люди там получают даршан Господа Джаганатхи. And there's going to be the prasadam. Там будет много просада. He said, and what it's going to do, it's going to distract you. И ты будешь отвлекаться от своей практики. So the best thing for you to do is go to Goloka Vrindavan. Поэтому лучше, don't get distracted. Лучше тебе все-таки не отвлекаться, а отправляться прямо на Голоку Вриндавана. So here Narada says, it's best to just live alone and chant very purely. Вот в последнем стихе, который мы прочитали, Нарада говорил, что лучше в уединении жить на земле Вриндавана и повторять чисто святые имена. Loving devotional service is very different from disciplines like karma, jnana and yoga. Любовное преданное служение сильно отличается от таких практик, как карма, jnana и йога. At every stage, loving devotional service is decorated by indifference to karma, jnana and yoga. На каждой ступени преданного служения отсутствует полностью и карма, и jnana, и йога. And the root of pure devotional service is dānya, or utter humility. А корнем чистого преданного служения является dānya, исключительное смирение. Wise men define humility as the state in which one always thinks oneself exceptionally incapable and low, even when he is endowed with the most wonderful qualities. Мудрые люди дают определение дайни и говорят, что это такое состояние, в котором человек чувствует себя полностью ни на что негодным и низким, несмотря на то, что сам он обладает замечательными качествами. So this is another big hint for us. То есть еще один намек он дает для нас очень важный. If we want to develop prema bhakti, if we want to develop divine love for the Lord, если мы хотим обрести prema bhakti, божественную любовь к Господу, we must become perfectly humble. Мы должны быть абсолютно смиренными. And here he says that the definition of humility, здесь он дает определение такому смирению, is that even though we may have the most extraordinary qualities, он говорит, даже если у нас есть самые замечательные качества, we always feel ourselves to be absolutely incapable and low. Мы должны чувствовать себя при этом ни на что негодными, низкими, падшими. And then he gives another hint. Еще один намек он дает. And this may be the last hint because it's 6 o'clock. И я думаю, это последнее, что мы прочитаем, потому что уже 6.
If a devotee has true intelligence, если человек обладает истинным разумом, then he will carefully cultivate his speech. Он будет внимательно развивать культуру речи. He will carefully cultivate his behavior. Он будет развивать культуру поведения. And he will carefully cultivate his thinking. И будет усердно развивать культуру мыслей. In a way that he will be fixed in absolute humility. Для того, чтобы полностью утвердиться в смирении. And anything that stands in the way of that, he will very much avoid. И если что-то стоит на пути к обретению истинного смирения, он будет избегать таких вещей. So in order to stick to the schedule, that's going to be our last point from Narada Muni. И чтобы, как сказать, от графика не отступать, мы должны на этом закончить. Это будет последнее наставление. If we wish to go to Krishna, we have to develop a very special love. If we wish to go to Krishna, если мы хотим вернуться к Кришне, we have to develop a very special love for Krishna. Нужно обрести особую любовь к Кришне. And that love for Krishna, it has to become free from fear. Эта любовь к Кришне должна быть свободна от страха. And that fear is within our hearts basically because we have material desires. А страх имеет место в нашем сердце в основном из-за материальных желаний. So an intelligent devotee will always hear about Krishna in the association of like-minded people, and then his heart will become washed. Поэтому разумный преданный всегда будет слушать о Кришне в обществе преданных, которые думают так же. И тогда сердце его будет отмываться от материальных желаний. And he also says that it is essential that if we want to develop special love for Krishna, we should always engage in this nam sankirtan. Также здесь говорится, что для обретения такой особой любви к Кришне мы должны всегда заниматься нама санкиртаной. Srila Bhaktivinoda explains. Srila Bhaktivinoda объяснял нам. We can perform sankirtan inside of our minds. Можно санкиртаной заниматься в уме. Or we can perform sankirtan by chanting japa. Можно заниматься санкиртаной, повторяя джапу. But the greatest form of sankirtan is that when we're all, you know, chanting very, very loudly, and many of us chanting very loudly, with our arms outstretched and dancing in ecstasy. Но величайшая форма санкиртаны, самая могущественная, это когда мы собираемся вместе, много-много преданных, и мы поем, воздев руки к небу, и танцуем при этом, поем святые имена. And Srila Bhaktivinoda says very strongly. Очень громко поем, Шрила Бхактивинода говорит очень конкретно здесь. If we don't do sankirtan like this all the time, если мы не будем постоянно заниматься такой санкиртаной, we can dry up. Мы высохнем просто. Like a branch of a tree dries up and it falls off. Засохнем, как ветка на дереве высыхает и отваливается. So all of you devotees of Moscow, you should try, you know, as often as you can to have great gatherings like this all together, so you can all chant the holy names and dance together. Поэтому вы, все преданные Москвы, должны обязательно время от времени собираться все вместе, все преданные, которые живут в Москве, и танцевать, и петь святые имена вместе. И также он говорит, что главным компонентом в этой любви к Кришне является смирение. So therefore, a devotee will very, very carefully, you know, cultivate the way that he speaks, and the way that he acts, and the way that he thinks, so that humility may arise within his heart. Поэтому человек должен очень внимательно следить за своей речью, за своим поведением, за своими мыслями, чтобы смирение наконец появилось в его сердце. Just like today when I came. Вот сегодня. Ачютатма Прабху greeted me. Я пришел, и Ачютатма Прабху меня приветствовал. And I looked at him very seriously. Я серьезно на него посмотрел. I said, "You are my GBC." Вы мой GBC, сказал я. And he looked at me very seriously. Он на меня посмотрел и так серьезно. I am your servant. Я ваш слуга. I am your servant. Я ваш слуга. I am your servant. Я слуга ваш. So we should cultivate that, always thinking, you know, that we're the servants. Мы должны всегда развивать это настроение, думать, что мы слуги. And we become fixed in this state of humility. Then love for Krishna will awaken. И когда мы утвердимся в этом состоянии смирения, то любовь к Кришне пробудится в сердце. Now time is up. Время уже вышло. I'm going to stop. Я на этом остановлюсь. Thank you all very much for your association today. Спасибо вам большое за ваше общение. Shri Prabhupada ki. Jai. Shri Prabhupada ki. Jai. Shri Prabhupada ki. Jai.
Mahaprasad ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Bo. Hare Krishna. Его святейшество Бхакти Бринда Говинда с вами ки jai. I followed the schedule. Я не отклонился от графика, то есть остановился вовремя.